Открытый диалог с молодежью. Сегодня Михаил Игнатьев встретился со студентами Чувашского государственного университета. Это уже третий вуз, который посещает глава республики. До этого он ответил на вопросы студентов Педагогического университета и Сельхозакадемии. Активисты Чувашского госуниверситета рассказали о достижениях в научной, профессиональной и волонтерской деятельности. ВУЗ сотрудничает с крупными предприятиями города, готовит молодые кадры, в том числе и для инженерной отрасли. Условия лабораторий позволяют студентам проводить научные изыскания, которые получают грантовую поддержку президента России. Университет очень динамично развивается. Эффективный университет, и федеральный центр, и федеральное министерство науки – и смотрит на вас очень внимательно, отслеживает все результаты научной деятельности, образовательной деятельности для того, чтобы, если где-то какие-то проекты новые появляются, чтобы лучшие практики были внедрены. На встрече говорили о поддержке молодежи в республике, о перспективах развития нашего региона. Помимо беседы за круглым столом, Михаил Игнатьев оценил современные аудитории, ознакомился с учебным процессом будущих финансистов. Полную версию событий смотрите завтра в вечернем выпуске новостей.